Добрый день, меня зовут Екатерина Селиверст, я двукратная чемпионка Европы, трехкратная вице-чемпионка мира по плаванию. Хочу вам рассказать про мой любимый вид спорта, про плавание, где совершенно вы можете получить позитивные эмоции и совместить приятное с полезным. В первую очередь, плавание полезно для людей, у кого проблемы со здоровьем. Это может быть спина, и кому противопоказано заниматься в зале. И немаловажно, особенно для женщин, которые хотят похудеть. В плавании очень много сжигается калорий. Хочу развеять миф, что у плавчих безобразная фигура с большими плечами. Нет, если делать все в пределах разумного, заниматься 3-4 раза в неделю, это абсолютно хорошая фигура. В плавании задействованы практически все группы мышц, и руки, и ноги, и спина. Так что, придя в бассейн и потратив всего лишь 45 минут, вы совершенно подтянете все свои мышцы и будете замечательным настроением. И к тому же это совершенно не травматический вид спорта, где вы можете получить какую-то серьезную травму. Просто главное грамотно подойти к тренировке. Мы покажем несколько примеров, да, как правильно плавать, как правильно лежать на воде и несколько упражнений. Аня мне в этом поможет. Начнем мы с кроля, где основа – это ноги, да, и положение тела на воде. Аня ляжет ровно на воду и начнет работать ногами. Это постепенный этап, то есть основа – ноги, потом мы добавляем упражнения на руках. Старайтесь также следить за дыханием. Дыхание очень важно, чтобы вы делали вдох ртом, выдох носом и совершенно равномерное, спокойное дыхание. Теперь после кроля, да, можем перейти на брас. Сейчас Аня покажет, как правильно работать ногами. Старайтесь больше стопой работать. Кстати, девушки, женщины, да, которые плавают брасом, очень хорошее упражнение, так сказать, для ягодиц и для внутренней части бедра. После кроля браса, в принципе, можно попробовать на спине. Опять же, начинаем с ног, ровное положение тела на воде. Старайтесь, чтобы руки были прямые. И представляете, как будто вы висите где-то, да, и вас тащит канат. Постарайтесь также не проваливать таз вниз, да, ножки хорошо лежат, работают, коленочки не должны вылетать из воды. И, кстати, на спине очень хорошо работает пресс. Очень важно, чтобы на спине вы руку несли мизинцем вперед. Еще как вариант, на спине очень хорошо растянуть грудные мышцы. Это сделать грибок двумя руками одновременно. Все время следите, чтобы было хорошее положение, высокое положение тела на воде. Это очень важно, потому что как только вы опуститесь вниз, у вас будет сопротивление сразу гораздо выше, соответственно, будет ломаться техника. В первую очередь, если вы решили похудеть, это прийти в бассейн. Конечно же, очень важно, как вы питаетесь. Все очень взаимосвязано. То есть, если вы потренировались, соответственно, постарайтесь правильно питаться. Тогда толку будет. И полчаса в бассейне – это как полчаса на дорожке. То есть, по затратам, по калориям – то же самое. Постарайтесь где-то за час, за полтора, как минимум, покушать перед тренировкой. После тренировки уже вы можете даже, ну, если сразу, конечно, позволить себе немножко углеводов, ну, в разумных тоже пределах. Конечно же, быстрого результата вы не дождетесь, но если вы уделите хотя бы 3 раза в неделю плавание, то я думаю, что через несколько месяцев вы добьетесь успеха. Если вы чувствуете легкую усталость и улучшаете настроение, значит, тренировка удалась. Я бы пожелала начинающим в первую очередь любить себя, заниматься плаванием, следить за питанием. Будет успех!